далекие годы, в минувшие дни, в языческих храмах горели огни, и тех, кто Христу поклонялся тогда, вели на мучения в здание суда. Однажды сюда из-под римских знамен был славный герой, полководец введен. Пытали, казнили его и сейчас. Сквозь время с иконы он смотрит на нас. Верхом на коне под копытом дракон, копье вонзается в пасть. На помощь спешит согрешающим он и тем, кто в грех может впасть, и тем, кто в грех может впасть. Был грозен судья и страшны палачи, орудия пыток острее, чем мечи. Но с помощью Божьей стерпел до конца все муки герою, достоясь венца. Давно миновали те годы и дни, погасли в языческих храмах огни. И вот как на свет из поверженной тьмы глядим на святого Георгия мы. Верхом на коне под копытом дракон, копье вонзается в пасть. На помощь спешит согрешающим он и тем, кто в грех может впасть, и тем, кто в грех может впасть.